Все и так знают, пес – это лучший друг, товарищ и компаньон человека. Однако мало кто подозревает, что собаки могут дружить и между собой, причем еще крепче, чем с человеком. История этих двух четвероногих прекрасно доказывает это. Эти два пёселя жили на римских улицах. Они дружили, играли, вместе охотились и так далее. Однако в сентябре 2017 года случилось несчастье. Черный пес попал под колеса машины, когда неосторожно перебегал дорогу. Из-за сильного удара собака умерла прямо на дороге. Ее друг, рыжий пес, так и сидел рядом со своим погибшим товарищем, понурив голову. Он сидел так несколько часов и не сдвигался с места, так что другие автомобили вынуждены были объезжать его. Это создало пробку в самом центре итальянской столицы. Местные жители узнали двух друзей. Тем обиднее им стало, когда они поняли, что одного из них не стало. Дружба двух пёселей поразила людей. Фотографии, сделанные случайными свидетелями, очень быстро облетели всемирную сеть. Пользователи интернета восхитились тем, насколько глубокой и настоящей может быть собачья дружба. После случившегося нашлись люди, захотевшие взять оставшегося в живых пса к себе домой. Несмотря на это, дальнейшая судьба верного друга неизвестна.